Они решили, что все, телефон я буду брать только на распродаже. О, еще и скидка $59. Точно, точно беру на распродаже. Только лучшие товары из Китая в нашей специальной группе ВКонтакте PISFAN Shop. Всем привет, с вами PISFAN. Да, немного на балконе холодно, но когда это меня останавливало, и сегодня я и вы попытаемся закошмарить распродажу на AliExpress, которая будет 11 ноября, 11.11, Всемирный день шопинга, как-то еще так прозвали, я вообще впервые это слышу. И не то, что я хочу с какой-то отрицательной стороны подойти, то, что все, распродажа фигня, что вы делаете. Нет, я просто хочу рассказать немножко о том, что я понял уже давно, покупая на AliExpress, что, возможно, все, кто у меня, старички, да, какие-то смотрят, кто покупает на AliExpress, они тоже, скорее всего, это знают. Я хочу, наверное, это видео больше будет на молодую аудиторию, кто еще не покупал на AliExpress, кто мало покупает и кто верит всяким вот таким вот распродажам. Именно я сегодня перешел на групповые покупки, на эту страницу. Я обязательно ссылку в описании оставлю, чтобы вы сами могли убедиться. Давайте, рассказываю так, что вообще смартфонов мало. Смотрите, всего лишь одна страница, может быть, они еще добавятся, я и не знаю. Они написаны, что все скоро продажи, бесплатная доставка и у всех огромнейшие скидки. Начнем с самого, наверное, популярного смартфона, который, конечно же, для моего сверхбюджетного нищебродского канала просто недоступен. Это Xiaomi Mi 4, и давайте перейдем и посмотрим цену. Скоро в продаже, окей. Цена $349. По сравнению с пандой, я недавно смотрел на панде, сколько все это дело стоит, по сравнению с пандой отличается примерно где-то в долларов 20. То есть, ну, разница при нашем сейчас курсе рубля, курсе там гривны, сейчас у всех подлетели курсы, да, в принципе, отличный вариант, то есть $20 можно сэкономить. Окей, есть такой вариант. Но мы давайте сделаем с вами по-умному, мы не будем не ходить ни на какую панду. Панду я просто сказал, потому что я в этом магазине сам часто покупал. Панда, гонорар, когда? Мне как после видео написать, да? Сейчас мы переходим и ищем такой же Xiaomi Mi 4. Ничего здесь сверхъестественного нет, заходим в мобильные телефоны. Я не понял, заходим. Да, заходим в мобильные телефоны, ставим бесплатную доставку, она нам платная, нифига не нужна, и ставим самую низкую цену. Сейчас нам какие-то здесь вообще непонятные экземпляры. Кстати, вот здесь вот смотрите, это очень хорошая обманка, из-за которой продавцы реально накручиваются. Они ставят Mi 3 и Mi 4, и M4, ну, наверное, Mi 4, да, и Mi 4. Вы просто-напросто запутываетесь, и вы думаете, что вы за $281 заказываете, на самом деле, Mi 4. А вам приходит вообще там конь в пальто. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот. Вот я нашел, и сейчас вот просто разобью все. Нам на групповых втюхивают. Сейчас посмотрим, главное, сколько памяти. Здесь памяти не указывается. А в дополнительной информации есть память? Скорее всего, я так думаю, 16 гигабайт здесь. Что там? А, нет, не память. Сейчас найдем мы память. Да, здесь 16 и 64. Я так думаю, за эту цену, скорее всего, вам впарят 16 гигабайт. Давайте будем брать 16. Заходим, где мы сейчас только отыскали. То же самое, распродажа будет 11 ноября. И это мы можем купить 339. То есть $10 у нас скостилось. А мы на главной странице можем купить это уже за $10 больше. Ладно. Вот без распродажи, без такого лейбла мы сейчас вам еще один найдем, один аппарат. Вы убедитесь, что реально практически вы ничего серьезного не экономите. Ну, давайте, допустим, рассмотрим, я не знаю, вот еще один есть у нас уже, 12 заказов. Красная цена 359. Окей, $10 всего лишь. Смотрим скидка, какая у нас здесь прописана. С
скидка у нас прописана, что он стоил $488. Скидка 29%. Вы экономите $139 и даже можете не говорить спасибо, потому что мы вам уже спасибо сюда вписали. Это примерно как-то вот так звучит. $139 это вот просто это цена с потолка взята. Смотрим на рейтинг продавца. Да, 97%, 127 отзывов. Я бы ему не доверился. Реально, я бы ему не доверился. Вам потом AliExpress как бы ничего не это. Хотя они вот это все дело рекламируют, а они вам практически ничем не помогут. Как вы будете сраться с этим продавцом, так и будете сраться. То же самое, что вы будете с крупным продавцом сраться. То же самое с этим, который его рекламировали. Это не означает, что это какой-то продавец, который сидит в администрации AliExpress. Хотя, кто его знает. Простое доказательство, что $10 нам пишут там скидки сумасшедшие. Технология потребления маркетинга. Человек залетел, о, ничего себе, вы экономите $139, 140. Ничего себе, скоро в продаже, 29% скидка. И вот такие глаза, потому что все, либо, смотрите, эта распродажа в основном рассчитана на какую категорию людей. То есть, либо люди, которые реально помешаны на шопинге, то есть вот прям вот шопинг бьет. Либо такие люди, либо еще есть такая категория людей, которые просто увидели рекламу, кто-то им рассказал, я покупал на AliExpress, они тут услышали 11 число, зашли, все, хочу iPhone за $179 и Xiaomi за $349. В итоге я сэкономил $200. Дальше акцию смотрим. Давайте окунемся вот сейчас вот в мир разоблачений и посмотрим смартфон THL 5000. Опять я в руках не держал. Че вообще в руках держал в последнее время? Не знаю. THL 5000. Пум-пум-пум-пум-пум. Опять я цену забыл. Да что ж такое? THL. Переходим. THL 5000. Восьмиядерный. Отлично. $247 экономим 112. Это вы уже знаете. Песня накатанная. Погнали. $247. Я запомнил. Поехали. Ну, во-первых, я поставил сразу бесплатную доставку. Я уже нашел за $249. Да, отзывы не совсем фонтан. Но, ладно. $249 отзывы отличные. Грубо говоря, мы там экономим $1, полтора. Но это нам надо сидеть на распродаже. Думать. Выиграем, не выиграем, потратить какие-то нервы. Я сейчас вот это говорю, вы, кстати, можете сказать, что да это ерунда, мы нервы не тратим. Но я реально, я хочу показать, даже, в общем, самое главное, не нервы тратить, а то, что сколько можно вот это обманывать цифрами и делать вот этот, ну, получается, технология потребления, я не знаю, как вот это, потребление идет. Еще такой классный телефончик, это Jiayu G4S. Давайте на него пройдем, здесь мы сэкономили всего $55, после таких огромных скидок до этого телефонов надо просто $55, это прям вообще, это прям копейки. Давайте посмотрим, цена у нас в итоге выходит $167, не будем мы копейки считать, $167, Jiayu G4S. $167. Ищем. Ну, во-первых, мы уже по пути встречаем и получше предложение, да? Получше есть. Но давайте нам надо найти что-нибудь такое, которое будет приближенно. Простые варианты. $169, $170. Мы экономим $50, там рассказано. Где экономия? Еще у нас есть последние, потому что я думаю, вы уже замучились. Есть последний еще вариант, о чем нам сегодня поговорить. Это Lenovo P780. Потому что как же мы экономим. Давайте посмотрим, что у нас по Lenovo могут здесь предложить. Суперэкономичная акция Всемирный день шопинга. $140. $140 у нас стоит Lenovo P780, стоп, блин, я не туда пошел. Вот, P780, 100, да что ж такое, я уже опять забыл, $140. $140, мы идем сюда быстрее. Original. Короче, мы натыкаемся, в принципе, на то же самое.
мы можем купить этот же Lenovo за $141.88. И при этом мы не будем экономить $50, но мы можем купить это в любой день, не ждать распродажи, не ждать вот то же самое. Вот смотрите, распродажа началась, курс доллара, допустим, в России нереально взлетел еще больше, на 2-3 рубля. У людей были деньги, они есть такие, да, их очень много, которые отложили это все дело для распродажи, что вот у нас денежки, мы там не поедим кусочек мяса сегодня, но вот это на распродажу пустим бабки. Но при этом они сидят, уже проходит там, сколько до распродажи, ее объявили давно, недели за две, да? Они решили, что все, телефон я буду брать только на распродаже. О, еще и скидка $59. Точно, точно беру на распродаже. Вот. Деньги лежат, доллар растет. В итоге после этого, когда вы приобретаете на распродаже, вам хрен его знает, когда посылку отправят. Когда посылку отправили, она фиг его знает, дошла до Нового года или не дошла, а вы могли бы на 2 недели раньше заказать, и она точно до Нового года бы дошла. Так как доллар еще тогда был ниже, вы бы еще заказали еще, получается, ну, либо еще дешевле, либо примерно в такую же стоимость уложили, ну, когда там разница $2. То есть, не верьте, пожалуйста, вот этим цифрам. Вы спокойно можете убедиться, что вы экономите примерно, реально, представляете цифры, вы экономите примерно $10. То есть реально $10 вы экономите, когда покупаете, это самое большое, когда вы покупаете на таких крупных аукционах распродажах. Все остальное это маркетинг, который вливают в бошки нам, и с этим ничего не поделаешь, но на это просто можно не покупаться. На этом сегодня и все. Ролик должен был в любом случае понравиться, потому что я попытался вам доказать, что не бывает каких-то таких супер скидок. Все, что мы видим, зачеркнуто, это что до этого не стоило верить, что сейчас не верите этому. И можно находить телефоны за такую же цену, за которую вы найдете на этой распродаже. Но шанс, что вы найдете что-то на распродаже, это настолько маленький, телефоны практически нереально купить. Я говорил именно про сегодняшние лоты, про другие лоты я не отвечаю. То есть запросто может быть такое, что там огромная скидка, что я нашел, я вам дал информацию, потому что сейчас начнется срач, паблик в описании, кнопка под видео красная, обязательно жмите и не переключайтесь. I'm here, I'm here, among the fire.